Ну как бы баллы не считаем, да, но давай я унижу твою и заеду еще сюда. Ну, маслокормов. Давай, толкаю, толкаю. Давай, давай, толкаю. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Здарова, дорогие мои, с вами Катя Топкин. Сегодня вместе с Кузакой и Эриндом мы играем в GTA 5, и крутое шоу «Лестница, подъем», точнее, вас ждет. Всем здорово, друзья. Здорово, братишки. Ну что ж, ребята, будем сегодня доставать рандомные тачки, на них постараться, попробуем как-то подняться наверх, не знаю, что из этого получится, поэтому просто... Или самолеты. Сходу, сразу, рандом. Воу! Это трюки! Это было жестко. Так, корвет. А вы уже спалили, да? Да-да-да, сразу. Так, о, что это? Выбирай сразу любую, Дим. Это на выбор, да, любую, смотри, просто какую хочешь. Так, ну мне такая не нравится, и у меня еще не прогрузка. О, подождите, мне не везет. Ненормально. Так ты сразу, офигеть! Тебе прям большая эта артиллерия. Ну слушай, там может быть реально хорошо. Так, давайте попробуем. Погнали. Так, а у нас мультики на сколько стоят? На нулях. У меня на ноль. Ага, у меня на 25 просто были. Ах ты читер. Читер, читер. Мало того, у тебя еще маслкар вроде. А, да, да, спасибо за подсказочку. Я вот уже использую его возможности. Я вижу, как Юра там еще пытается до сих пор. Неплохо. С 8 корвет это, конечно, ну на семерочку это уже хорошо. На 8 даже. Ты что-то недалеко от вас уехал? Да я тебя еще догоню, подожди, у меня машина такая. Да-да, догони. Так, а все, я застрял. Да что ты обманываешь, ты там можешь спокойно проехать. Опа! Юр, как ты это делаешь? Куда прет? Я-то круто нормально. Главное, никакого инструмента, как ты им пользуешься, забыл что ли? Вот, вот так. Вот это прям здесь отлично. А ну, уйди обратно. Нет. Юрыч, ты меня чуть не столкнул отсюда. Говнина, заедь дальше. Офигеть. Смотри, 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 просто унижение, унижение. Да ну, Юрыч. Ты офигел. Сейчас просто сделай красиво. Можешь, кстати, подтолкнуть? Нет. Оп. Ты и так неплохо себя чувствуешь. Видел, видел, видел. Да куда он реально уехал, читер? Это читер. Кстати, есть машины, которые могут. Заехал, найс. Пацаны, вы что творите? Он меня подсмотрел по-любому. Да-да-да, есть такой. Оба. И вот единственное, что не хватает здесь, прям я чувствую. О, нихера, она еще прокачивается. Так, может быть, как-то вот так вот бачком? Я все, я тут, наушники сели прям посреди заезда. О-о-о. Не надо такого. Не, все, мужики, я стопаюсь, у меня 11 баллов, я не проеду дальше. Блин, Юра, может, выглядело очень успешно. Давайте я тоже к вам заеду, кстати, чтобы у всех было по две тачки. Не ленитесь качать тачки, потому что лишние три кобылы под капотом, это помогает. Серьезно? Еще не делаю, не хватает. Эй, делай, брат, делай! Оба! Не-не-не, да куда? Заехал, как ты это сделал? Заехал. А ну тебе что ли этот, как его, маслкар? Да она, по-моему, либо я не научился еще делать. А ты что думаешь? А я вот сейчас к тебе подымусь вот так вот. И поеду еще дальше. Я с вами посижу просто там. Посмотрю. Я потихонечку. Ну ты еще неправильно. Оба. Так, ты вынуждаешь меня сесть за руль обратно. Ты смотри, что он сделал. До свидания. Ах ты, Кузака, искуситель. Я вообще думал, другой будет этот, как его. Исход, что нас нагнут сегодня, Юр, с тобой. Ну нет. Ну, все возможно. Так мне что выпало, у меня говнина. На самом деле, да, большая говнина. Ты на нем ничего бы и не сделал, да. Да, есть такое, кстати. Ну, я как бы научился все на маслкаре на этом делать. Да, я уже в отрыв ушел. Будешь стараться или как бы это... Возвращайся. Да нет, нет, это много времени уйдет. Ну, типа, я считаю, что для такой низкой тачки 12 это овер до хера. Кстати, зря машину удалю. Ладно, погнали на следующий раунд, типа, и сразу сходу получается у Кузаки на 3 тачки на рандом, у нас по 2 с Эриндом, и посмотрим, что получится. Так, да, сейчас посмотрим. Главное, не 2 прицепа, пожалуйста. Главное, маслкар в идеале, вот вообще. Да вот как бы большое, да, что-нибудь такое с большими колесами, с хорошей подвеской. Раз. О, как плохо. Так. О, я еще на маслкаре, отлично. Все, я тоже еду. Ты арендоборовский, зачем ты проспавнил себе этот спереди? А чтобы он был мощным. А вот ты фигню сотворил. Мощно станешься на третьей лестнице. А сейчас мы это... Ой, и вправду. Вот так. Дальше придется при помощи поднятых дыбов заезжать. Да я вот уже так. Самое интересное, что я вообще никуда не поднимусь, я прям... Оп, кирпич. Нормально. А, у тебя настолько все плохо. А может быть задом ты заедешь хорошо. Настолько все плохо, он прям вообще... Вот реально кирпич просто. Смотри, он просто ударяет и закапывается.
Не, ну если бампер вдруг оторвется... А ты подвеску понизил, может быть, не? Нет. Ты его не прокачивал? Нет. Это бесполезно, мне кажется. Почему он не хочет на дыбы вставать? Подожди, козёл! А прокачай, Дим! Подожди, все, пошла жара. А ты прям заряженный типок-то такой. Теперь да, теперь я все. Офигеть! Блин, пацаны, ну это, конечно, имба вам попалась. Я что-то прям чувствую... Энергии переполненный бомж кирпичный. Такс, найс. Давай, Дим, вот так, оба! Ну медленно, уверенно сейчас будем набирать баллы. Да, и посмотрим, кто из нас все-таки мощнее, маслкарик. Я то, что хочу. Но не могу. Да, зеленый там Юрыч где-то подали. Поскакали, но смотрю, веселые. Слушай, давай, давай. Я, по-моему, круче. Найс. Слышь, ты крутой. Зеленый Чико. Короче, я приехал, 7. Это все. Невероятно. Счастливо, счастливо. Подожди, а ты тоже не можешь дальше заехать, Кузака? Я знаю, что. А что-то он у меня села на брюхо. Оп. Нет. Будем считать, не будет, что этот. Трех тачек. Поменялся этот. Ролями. А, ты дальше поехал. Ну, а если она чуть выше заедет, что нет? Просто посмотрим. Давай. Я удивлюсь, если она заедет дальше. Потому что ты так нафига. У тебя машина прям прямо пропорциональна росту вот этой вот ступеньки. Ну, кстати, как ты на ней вообще заезжала? Она маслкарная, что ли? Она бьется, видишь, вот смотри. Если ты не понял, что прикол. Вот вам на дыбки приходится вставать, а вот она именно бьется, и морда у нее закидывается. А, да. Дим, твой все-таки суперкар-то круче был маслкарный. Тут нет, знаешь, в чем прикол? У тебя, вот видишь, жопа длинная, а вот у мустанга она короче база. И за счет этого ты вот жопой просто цепляешься сейчас на высоких ступеньках, и вот не дает он тебе, видишь, залететь. Да, да, да. Брат, жопа широкая. Понятно, все. Ёпта мать, ну серьезно. Мне везет сегодня на них. Если это маслкар. Да, кстати. Так, у меня вторая машина, и пожалуйста, что-нибудь дать. Рампа вообще имба, слушай. Забирай, не пожалеешь. Рампа имба. Ну, хотя бы поехал. Что-то Рузвельт как-то неожиданно сдулся. А вы видите, что у меня с носом? Он тебе его просто избили, как на боксе. Его типа не существует как будто уже. Блин, ходите прикол. А у Рузвельта вот эти вот, короче, бампера спереди и сзади, они прям титановые. О-о-о. А делали, я думал, так сказать, на века. Вот если бы сломалось, я бы поднялся бы. Так, давай, 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 и... Нет, слушай. Что, это такая изичная победа? Это 6 баллов. Серьезно? Не, я залез на 7, я только что заезжал. Не надо. Как повезет. Я пытался очень много, и она просто... Он даже не поднимается колесами, не отскакивает никак. Это плохо, что не поднимается. У меня такая же была. Кузак, а куда ты там поехал, мистер? А я тут это... Останавливаемся, прижимаемся к обочине. Подальше от вас. Действительно. Ой, давай. Офигеть, да заезжай задом. Я не знаю, почему ты на нем пытаешься до сих пор. Не, я только что поднялся. Он не хочет Кузакину отдавать 3 машины, но... Ну, на самом деле, мне и 2-то не особо помогают. Короче, 6 у нас такое. Я думаю, на 9-очке тогда, да, стану. Ой-ой-ой. Ух ты. Можно мне какой-нибудь либератор, а? Да, кстати, если тебя устраивает машина, то можешь вторую не спамить, в принципе. О, выпросил. Угу. О, что там? О, Юр, у меня как у тебя вот эта фигня. И о, Бэтмобиль. Бери. Кстати, и первая, и вторая, как у меня. Только вторая бронированная еще. Блин, и что брать? Не знаю, но я надеюсь, я поставлю рекорд как минимум на этой херовине. Сколько ты на 7 заехал на этой бронированной? Или она у тебя была не бронированная? 6. На 6. 6. Бронированная, тонированная. Что-то как-то слабовато. Ой, у тебя еще и Бэтмобиль, он только сейчас загрузился. Но Бэтмобиль, наверное, вообще страх божий. Я возьму Бэху вот эту. Ну, чисто по приколу. Ну, возможно, поехали. Она так же где-то. Если что, у меня Юры нет. Я как бы просто как будто с Кузакой. А, серьезно? Да-да-да, я не знаю, на чем ты. У него 6-колесная огромная машина. О, капец, она читерная! Слушай, смотри, вообще ничего не замечаю. Вот на 10-ке только врезался. Ай, блин, не могу заехать. Так, нормально. Что ты там на свои баги? Все, что ли? И все! Да ну нафиг! Вот это неожиданный так, прикол. 13 я взял. И все, я останавливаюсь, 14 Юр. 14 я на изи взял. Не надо больше, офигеть, что ему попалось. Да давай ты при, какашка. Офигеть, я вообще не пожалел, что Бэху взял, она такая быстрая. Она не едет. Какая курица выстроила эту машину, это ужас. Не, я не хочу на этом ездить. Я тоже пытаться больше не буду. Так, Юрыч, все, останавливаемся. Вы там уже отыгрались хорошо.
15 есть, хорошо. Не, на 16 надо. Да куда 16? Желательно сюда. Я удивляюсь, что ты на бал больше проехал, чем вот этот маслкар. А чё, я сейчас ещё попытаюсь на маслкаре тогда. Амамбовой. Всё, она прям скользит. До свидания. Ему, короче, второе колесо переднее бы закинуть, его жопа бы всё сделала. Заряженное. А чё я мог заехать на 15 вообще? Ты там успокойся, дед проснулся пьяный. Я заехал, она заехала вообще. Как? То есть это сегодня не рекордная машина зеленая, оказывается. Но жалко, твоя уже все. Ну как бы баллы не считаем, да, но давай я унижу твою и заеду еще сюда. Ну, маслкара можно. Давай толкаю, толкаю. Хорошо. Сделано. Одна медвежья сила, сейчас. Давай. Медвежонок, Эринд. Надо Барни, на капоте Барни. Прыгать. Да, Барни, точно. А ты что, заехал на 16, Юр? А вы что, не видели? Прямо тут попадался. А, ну все. А, ты тоже залез? Да. Заталкивание. Я говорю, маслкар имбо. Маслкар это имба, да. Все, я теперь буду пытаться до Талова, хоть вы там меня обождитесь потом. Хотите, я читерство покажу, смотрите. Давай. Никому не говорите. Берете циферку. Цифры? Циферка вредная. Нет, вредная. Это вредная. Шестерка вредная. Вообще можно по циферкам подниматься. Ух ты. Ну, кстати... О, смотри. По кузахе можешь забраться. Так, ну вот это, кстати, немножко нечестно. А чё ты там встал-то? Все честно. Мы испытываем подвеску, а не друзей. Слушай, почему нет? Друзей тоже так надо-то. А маслкар, да. Смотри, маслкар красавчик был. Так, ну я что-то даже не знаю, как тебе. 17 баллов, что ли, здесь писать? Хёндай, надо же, какой. О, нравится. Ну не та рубрика. О, офигеть, Дим, это пятнашка где-то у тебя сразу. Да? Это из-под деда, мне нравится. А у меня бесконечность. И Туарек, офигеть. А чё там прицепы, вертолеты? Самолеты, здесь все, еще тебе надо. Я на Туареге. А, ну... Еще нету, да? Был у нас один Туарек, у него там мохнатка в багажнике жила. Мохнатка. Мохнатка. Воу-воу-воу-воу. Офигеть. А я этот, сверхъестественное событие... Тогда у меня там есть тоже машина, на ней Саша Грейс нарисована. Ну, Юра ее видел. Грейс? Саша Грейс. Знаменитая. Популярная, да? Тиктокерша такая. Ой, а у меня прыжок есть, пацаны, можно считать? Нет. Нет. Это же вообще имба. Да что сразу дружно нет, смотри, как весело. Да нет, ладно. Прыг. На самом деле, так нравится прыгать на самый верх. Че эти внедорожники сегодня такие антирекорды ставят? Самый прикол, то что маслкар такой же абсолютно Кусакина, который был, он помощнее. А у этой именно фишка в прыжке, походу. Да блин! Не нравится. Назад надо. Мне тоже не нравится максимально. Давай, это камбэк будет, Дим. Заберись на максимум. Это камбэк, возвращение кама. Калбэк. Скорее. Или калбэк. Ага. Это уже не нравится. Да блин, да всё! Я тоже. Как говорится, с прыжками я бог, а кто ты без прыжков? Без прыжков я вообще ничего не могу. А бобус. Так, это хорошо, что хоть не последнее место. Не-не-не, Юрыч. Не-не-не. А он, видишь, он всё, он ничего не может. У него реально задница мешает. Тяжёлая. Слишком. И жепа тяжелей. Но он как будто, короче, знаешь, такой же, как мой. Я ради прикола просто пропрыгаю, да, куда я долезу. Не могу. Поднять ногу. Не, я с помощью чита, так скажем, с помощью ускорения заехал. Так-то я не знаю, я не могу дальше десятки никак. То есть это сегодня самый худший маслкар? Так, Дима, у меня самый худший. Дима, я сейчас к тебе заеду. Давай. Биба. Полноприводный. Ага. Ну вы посмотрите просто, ну это же отлично, идеально. Здорово. Надо вводить правила, что прыгать можно. Да-да, отличное правило. И делать всего один раунд. И в предыдущих сериях такой Кузака плакал или кто-то еще. Не, ну да, попадались такие тачки. Не, ну видите, и давай в сторону. Вообще, в принципе. О! А говоришь, не может. Запрыгну. Да скорее всего да, там лестница не такая высокая. В конце прилично. Текст, лестница давай. Еще переделана, у нас раньше другого типажа немножко лестница была, чтобы Ctrl-S можно было делать, мы тогда байки еще считали. А Shift-S. Офигеть. Да. Так подожди, это по барже тогда?
Мы прям с Димой одинаково идем. Туарег против Маслкара, надо же. Только у меня уже ты превратился... Ты что, поднялся на десятку? На 11? Он уже, да, на 11. Я не знаю, как он это делает. А как ты на Туареге лезешь? Ну это вот сила, мощь. У моего отца такая машина, я не могу ее, ну, подвести. Только она у тебя на мини-купер уже похожа стала. Это мы опустим. Лишь бы кого-нибудь опустить. У меня уже 26, пацаны. 27. Опущенный тазы, туареги. Тазик с водой. Короче, пацаны, официально заявляю, это имба, 28. Самая высокая ступенька, это машина прыжками. А на самом деле 7, да, было? Без прыжков. Было 9. А я, может, себе напишу 28, сколько. Пока-пока. Всем пока. Покеда.